17 августа в Подмосковье стартует «Мангал-марафон». Эко-акцию объявило Министерство ЖКХ. Ее девиз – «Шашлык – чистый пикник». Она развернется в мангальных зонах, в городских парках и лесопарковых местах отдыха и призывает жителей уборки за собой мест отдыха. На главных площадках акции, а это парки в Химках, Красногорске и Долгопрудном, развернется интерактивная программа. Ожидаются конкурсы мангально-шашлычной частушки и художественных работ в стиле шампуропись, музыкальные выступления известных артистов, мусар-челлендж «За бутыль по-чистому» и «За бань по-чистому», в рамках которого участники смогут сыграть на пластиковых бутылках и алюминиевых банках тематические композиции. Самых активных участников акции ждут поощрительные призы. Кроме этого, некоторые муниципалитеты в прямом эфире телеканала 360 поделятся своими секретами приготовления шашлыков и барбекю. Предполагается, что акцию поддержит не менее 10 тысяч жителей и будет собрано не менее 1 тонны сортированных отходов, а сама акция «Мангал-марафон» станет ежегодным мероприятием.